Бывший начальник исправительной колонии подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2019 году временно исполняющий обязанности начальника исправительного учреждения УФСИН России по Магаданской области, зная об имеющейся задолженности перед колонией у одного из индивидуальных предпринимателей и получив от вышестоящего руководства указание принять должные меры к ее погашению, подозреваемый в декабре 2019 года незаконно потребовал от 6 подчиненных сотрудников внести в кассу учреждения собственные денежные средства. Находясь в служебной и административной зависимости от начальника и опасаясь наступления негативных последствий по службе, сотрудники УФСИН России по Магаданской области выполнили требования подозреваемого и внесли в кассу колонии по 11 550 рублей каждый в счет погашения дебиторской задолженности. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, направленных в следственное управление сотрудниками собственной безопасности УФСИН России по Магаданской области. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия по сбору и закреплению доказательств и установлению всех обстоятельств совершенного преступления.